Всем привет! Мы приехали в Пушкин. Олеся, ты такая маленькая. Мы приехали в Пушкин, гуляем в парке. Екатерининский парк, да? Да. Пойдемте с нами гулять дальше. Такая погодка сегодня классная. Солнышко. Немного уже воздух холодный. Чувствуется, что осень. Но очень-очень классно. Я обожаю этот парк. Мы здесь, раз в год это минимум мы здесь бываем. Он очень красивый. Вообще город Пушкин мне очень нравится сам по себе. Красивый город. От нас это достаточно близко. Наверное, минут 25 мы едем на машине до Пушкина. Сейчас вам все покажу. Что-то мы потеряли нашего папу с Глебом. Отвлеклись с Олесей. Фотографировались. Теперь не знаем, где они. Олесь, где наш папа? Не знаю. Где наш Глеб? Я тут передвигаться не могу, как полоса препятствий. Парк очень чистый, ухоженный, все очень красиво. Обожаю осенние парки, это просто супер. Осенью парки особенно красивы. Сколько ж лет этой елке? Такие деревья тут мощные. Огромные, просто такие высокие. Ели, клены, дубы. С моим мужем особо не поснимаешь. Он мне все гуляй, отдыхай, хватит снимать. Так что урывками. Какая красота. Олесь, тебе нравится? Да, красиво. Либо 12, час, два, три. Дерево вообще необычное. Да нет, сынок, это не похоронили, это памятник. Кого-то, говорит, похоронили, смотри, ужас. Все уже устали, не хотят больше гулять. Я бы тут еще час, наверное, гуляла. Очень классно. Все разленились. Олесь, ты как мама, да, все с телефоном? Да. Что ты там снимаешь или фотографируешь? Хочу... Нет, снимаю на видео. Хочу сделать такой прикольный клип с музыкой. Понятно. У меня в последнее время какой-то склероз. Вот приехали сюда, я опять забыла взять стабилизатор. Всегда, когда мы куда-то приезжаем, я забываю его взять. В итоге так снимаю. Качество со стабилизатором было бы, конечно, в 100 раз лучше. Но надо что-то для памяти, тренировать свою память.